Дорогие и уважаемые педагоги, бесконечно поздравляю вас с вашим днем. Именно вы дарите нам те знания, которые мы несем всю свою долгую жизнь. И я хотела бы пожелать вам терпения, хотела бы пожелать вам прекрасного настроения, чтобы каждый раз, приходя на свое любимое рабочее место, вы ощущали себя счастливыми и получали удовольствие от того, что вы делаете. Я желаю терпение, потому что терпение в работе с детьми – это самое важное. Здоровье, успехов. И главное, нужно всегда находить креативный подход к своей работе и никогда не останавливаться в развитии. Я хочу пожелать всем педагогам, чтобы у них сбывались мечты, чтобы все вершины были покорены ими, все поставленные задачи, которые они имеют в своей жизни, они все воплотились в жизнь. Хочу пожелать в первую очередь здоровья, потому что без здоровья тоже никуда. Я хотел бы поздравить учителей с их профессиональным праздником, поблагодарить их за все, что они делают для нас. Ну и пожелать им, конечно, здоровья, долгого им жития, счастья в личной жизни. И, собственно говоря, чтобы ученики и студенты были тоже как-то более-менее относились с пониманием. Я хочу им выразить благодарность и сказать большое спасибо то, что терпели меня и моих сверстников, здоровье им, и они его очень много потратили на нас. Конечно же, терпение. Еще раз я пожелаю долгих лет жизни, чтобы они жили, учили дальше, не болели. Самое главное. Как будущий преподаватель, как будущий педагог, я желаю в первую очередь терпения. Терпение в этом действительно нелегком деле. Педагог – это родитель, потому что они в первую очередь воспитывают, а во вторую уже дают знания.